А мы сейчас находимся, пожалуй, в самом интересном месте в экотехнопарке Skyway. Это музей. Музей технологии. Из экспозиции, которая представлена в музее, посетители смогут узнать историю развития технологии Skyway от 70-х годов прошлого века по настоящее время. Потолок в музее выполнен в виде карты звездного неба, где вместо звезд изображены имена инвесторов проекта. Чем крупнее имя, тем, соответственно, больше средств привлек инвестор в проект. Hello, guys. The name, the more money the investor invested. I'm from, я из Канады, из столицы. Моя жена уже давно является инвестором. Я нашел только что ее имя на потолке. Это невероятно. Сейчас я буду говорить по-русски. Хотя я сам родом из Минска, я очень рад, что мы инвестируем сюда, в мою родную страну. И это замечательно, это будущее, это просто... у меня нет слов описать, как я счастлив, и это здорово, что здесь все так происходит. Мы давно уже этим... Мы давно со Skyway, еще когда здесь ничего не было. Вот, и это просто... Ну, я... Мое впечатление, я не могу описать словами, это очень много. It's unbelievable. It's super. It's amazing. It's stunning. Everything is so. I'm happy. I'm happy, guys, to be here. Thank you. It is awesome. Yes. Destroy Skyway. Save the planet. Absolutely. You can't fall asleep when you're counting stars. Get it together. You might can't sleep when you let it serve. Now you wanna see me fall. From a golden mile, I can see you at the call. Think about it, rain will tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. Global Star Club. Возможности безграничны.